Олайс Кепітал Україна. Юрій також український офіс. Я надеюсь, что уже это время заканчивается, и мы найдем партнеров конструктивных, понимающих, как развивать это направление. Ну и, конечно, будут учтены интересы города по возрождению нашей команды. Если в двух словах я могу представить Олайс Капитал, если это интересно, начиная от коммерческих проектов и зданий, которые приносят cash flow ежемесячно, заканчивая девелопмент проектами на западном побережье. Встречались с Геннадием Леонидовичем для того, чтобы понять взаимодействие с городскими властями и стадионом Черноморец. Обсудили пути развития, пути взаимодействия, пути улучшения центральной части города, в том числе стадион и парк. Вот, и пришли к тому, что мы сейчас входим в рабочую группу для того, чтобы проработать план развития как парка Шевченко, так и стадиона Черноморец. Рассказали, какие у нас планы, послушали и поняли, какие планы у города. Сейчас совместим для плодотворной работы. Планы развития парка Шевченко в части как территории, которая прилегает к стадиону, так и частей парка, которые сейчас еще развиваются. Вот. Кроме этого, обсудили и пришли к тому, что мы сейчас выводим стадион Черноморец в диджитал направление, то есть мы создаем сейчас единую инфраструктуру для парка Шевченко, для стадиона, а также начинаем проект в город в городе с целью развития единой локации.